Всех с наступающим Новым Годом и Рождеством! С вами канал The Alex Play. В этой серии мы купим сразу три скина на Феликса Рихтера, на Фэнг Мин и на Микаэлу Рид. Сделаем обзор и поиграем. Сегодня у нас будет три игры. Надеюсь, ты поддержишь меня лайком и подпишешься на канал, если этого еще не сделал. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Первая на очереди у нас Микаэла Рид с такой вот интересной прической, короткой, сзади подстрижен затылок, такая рыженькая, симпатичная наша Микаэла. А, классная толстовочка с капюшоном, прикольные у нее шортики такие беленькие. Один чулок приспустился, другой длинный. А, не помню, как называется, уни или как-то еще эти валенки маленькие, в общем. Ну, в общем, классно смотрится, мне нравится. Сразу берем, только за голду можно взять. Экипируем и почитаем про данный скин. А она почитает книжку. Ленивая пижама. На каникулах Микаэла воспользовалась свободными днями, став совой на полную ставку и зарывшись в книге о гадании и ведовстве. Ленивый хвост. Простой хвост со свободными прядями. Максимально удобная прическа. Удобная толстовка. Свободная комфортная толстовка, расшитая защитными символами ее собственной разработки. Уютные шорты. Легкие шорты с длинными шерстяными носками и удобными теплыми тапочками. Ну, это тапочки, да? Ну, что-то они не очень на тапочки похожи. Мне кажется, больше на какие-то ботинки или валенки, что ли. Кстати, я вспомнил, как они называются. Уги. Именно уги. Вот такие вот маленькие зимние сапожки или маленькие зимние валенки. Фэнг Мин, следующая на очереди. Котя, тебе привет. У нее точно такая же есть масочка. Я думаю, она, наверное, с ней постримит. Я надеюсь. А, забавно, забавно. А сзади классно. Это портфельчик или это просто игрушка привязана? Ну, прикольно смотрится. Единственное, почему-то одна нога длиннее, другая короче. Ну, видимо, это так и задумано. Интересный такой. Я не знаю, кто это существо интересное. А также кофточка. В общем, белый свитерок. Тапочки. Это два львенка, да, видимо. Вот. Ну, классно. Мне нравится. Давайте возьмем, купим. Можно, кстати, за осколки ее приобрести. Но данный скин, он цельный, то есть, к сожалению, нельзя разделить. Так можно было, допустим, взять голову только оставить, да, и подобрать какие-то другие наряды. Но в данном случае, к сожалению, придется только так и бегать. Ну ладно, в принципе, неплохой скин, интересно довольно-таки. Пижама сладкой дремы. В праздники Фэнг Мин решил отдохнуть от стримов, чтобы со спокойной душой посмотреть любимые телесериалы и поухаживать за собой. Вот, ну пускай Фэнг Мин у нас отдохнет, а Коти, я думаю, будет стримить, да? Вот, буквально, я думаю, с этим, со скином, и надеюсь, она в этой шапочке будет. В общем, я думаю, все знают Коти, наберите и узнайте. Это лучший новостной канал по Dead by Daylight. Ну, лично это мое мнение. Ну, плюс мы дружим, возможно, это предвзятость, но да ладно, но все равно она прикольно делает. Мне нравится. Вау, и последний скин на сегодня у нас Феликс Рихтер. Слушай, ну шикарный, оголенный торс у него, а потом шарфик классный. Как будто бы он из бани только что вышел, немножко взъерошенный. Прикольно, мне нравится. Ну, блин, к сожалению, только можно за голду взять. Ну, я обязательно возьму, мне данный скин нравится. И тут он очень круто смотрится. Мы, кстати, вот этот еще скин не купили. Довольно-таки интересно, своеобразный. Он тут на себя не похож. Как-нибудь поиграем за него. Ну, а пока что давайте возьмем элегантная пижама. Давайте прочитаем про него и поиграем. Элегантная пижама. На празднике Феликс сумел выкроить время для срочного проекта, разработав пристройку для художественного музея в Барселоне. Прическа из душа. Его мозг был до того занят проектами, что сухие и взъерошенные волосы стояли копной. Растянутая рубашка. Мягкая пижамная рубашка с веселым праздничным узором. Его покойный отец всегда работал на праздники. Феликс старался этого избегать.
Праздничные брюки, сшитые на заказ брюки в тон выходной рубашки, дополнены удобными тапочками. Ну что ж, данный скин мне понравился больше всех. Ну, именно на Феликса, именно праздничный. И, ну, я девушками чаще играю, но этот скин очень прикольный, очень такой секси-шмекси. И, в общем, я думаю, всем девушкам, возможно, понравится данный скин. Вот, мне он тоже понравился. Я не исключение. Давайте уже погнали играть. Сгнившие поля, ферма Колдвин. С вами канал The Alex Play и Коти. Всем привет. Тут, я, кстати, классно. С тушками. А, мы все вместе тут, мне кажется. Ярко смотрится, карта светлая. Кто-то прям сразу генератор, что ли, при... О, ворона. Моя Птычка. Любимая. Заметил. Кажется, она что-то знает. Зачем она это делает? Не знаю. Типа, думал, мы ее типа не видим, что ли? Сильно нагло. Расстелись тут генераторы чинить. Я вообще-то тут бегаю, знаете ли. Продолжаем. Так, я вроде убежал. Сейчас хилку поставлю. Окей, бегу тогда к тебе. А давай отхиляемся как раз. Ну-ка, я подсейву попробую. А, блин, не туда. Что ты будешь делать? Она рядом с палеткой была. Орешек зря потратил. Отхиляешь? Он бы все равно откатился. Там, ой, летят. Все равно попало. Так, а я... Ну, я побежал спасать. А, я бегу спасать. Ой, боже мой. Так, а на тотемку ты шо? Я сейчас его бог с вами решаешь. Ах, ты задела. А, блин, у меня же орешек. Орешка не было, я же его потратил. Бывает. Ой, она за мной. Ты в лачуге, да? Угу. Выиграй время, я сейчас подсейвлю. Что, осколок действует? Живешь там, говори, комментируй что-нибудь. Пока да. Да я просто не знаю, что комментировать, потому что я тут бегаю. А, все, я уже рядом, я уже рядом. Просто пытайся жить. Она в другую сторону посмотрела. Бывает. Опс.
нормально оторвалась. Еще ген дали. Да, хорош понаставила там птиц своих. Так, ну двое заводят. Я... Это Страсти. Хорошо. Спасать. Нормально, просто... От... Блин, она может не заметить, да? Ну, не знаю. Ну, блин, она спиной к тебе. Нет. Сколько, говори? Промазала, да много, 50%. Да в смысле, как она мажет вообще? Ладно. Близко очень крюк просто. Блин, она упала, прикинь. Но мне нет смысла, наверное, спасать. Мне часиков нету. Микаэла, отходи. Мэг как-то выбивается из нашей тусовки. Сейчас еще ген будет. Ага, сейчас отхиляемся. Блин, он со мной. А, надеюсь, не услышат. Вроде отстала. Ой, она за мной. Окей. Тут палетка-то слита. Я вижу. Я продолжаю куда-то заводить. Место. Куда-то она побежала еще. Затоптала тотем. Один, не твой. Ну мой там хорошо, он в этом в тракторе спрятан. А да. Я почти завел, у меня 70%. Она сюда пришла. Так, я тут мэк нашла, с ней завожу. Такой же горячий ген. Тоже 70%. Она, кстати, к вам пошла, да-да-да. Да. Странно. Она быстро. Она, можно, типа, будет так сейчас этот... кемперить два гена. Не знаю. Поможет ли ей это. Я почти дал, у меня 95. Но просто, по ходу дела, она этой тактики придерживается. Я даю ген. О, адреналин был у одной. Скажи, это была ты? У кого адреналин? Нет. Тут... Вот Микаэла еще одна. А Мэг отхилилась. Они тут возле ворот, которые... Да, а мы тут все. А, вот. Все отлично.
Классные кофточки. Фонарик тебе нет. Я сам люблю фонарики. Так, что, пойдем, наверное. Надо. Не будем мучить. Так. Посмотреть, что у нее было. Перворанговая. Еще фармится. А, еще в люк хочет идти. Так, Мори. Разлад был, вот почему узнавала. Сеющий крюк, мрачное объятие и зов медсестры. Она могла видеть, когда мы хиляемся. Начальная школа Мидвича, Silent Hill. С вами канал The Alex Play, Коти. Опять ты напротив меня прям. Прикольно. У нас Анна. Да. Слушай, Лебедная. Прикольно, когда... Смотри, ты когда нагнулась... Ну, прикольно, он так лежит, как бы отдыхает. Колыбельная, короче, для пати в пижамах. О, я забыл, у меня спринт. Все, сиди теперь тихо. Крудись. Где она? Пойду к тебе, наверное. А у меня тут одиночный генератор. Но можем сесть какой-нибудь другой найти, потому что у меня прояви себя я взяла. Если найдешь где-нибудь поблизости, то я приду, потому что порчи у нас нету. И тут можно. У тебя связь есть? Нет. Я заводи тогда, я под сейву попробую. Окей. А, они наверху, по-моему, бегают. Они там почти, кстати, ген завели, может быть, попробую дозаводить, что ли? А теперь внизу, я наверх поднялся, они внизу. Я тогда их не дозаведу, тут 80% было. Тоже где-то 80%, уже 90%. О. Два ген дадим, но я быстрее дам тебе просто. Твою. Угу. Часть тоже. Часики есть, часики? У меня есть. О, отлично. Что-то мне не нравится. Только она тут прям... На тебя вышла? Да. Всё, она там за кем-то другим, походу, дело пришло. Да, за другим. Могу без часов, конечно, снять. А вот. Её уже сняли. Ну, типа, если ман не в спину дышит, то можно и без часов снимать. Вот почему так не везет? Он всегда спиной поворачивается. Короче, я в наглую побегу прям на нее. Вообще пофиг. Наверняка. Так, она что, возвращается? Прикольная игрушка, прям понравилась. Ну такой еще, это как бы вроде бы не лапки, но так выглядит, как будто он ее прям обнимает. Желтенький. Ага. Ну, да. Лямка. Ой, опасно, мы заводим все раненые, ну кроме меня, рядом с подвалом. Она ко мне пришла. Ой, ты далеко. Ну, тут просто прям неудобно тут убежать из этой комнаты вниз и спрыгнуть. Урон от падения, я ничего не успела прожать. Ни орех, ничего, анимация, потому что... Но она не в вашу сторону, пока вообще в туалет пошла бы почему-то.
Так, я рядом, но без часиков, поэтому надо аккуратненько подойти. Они наверху. Снимаю? Заметил меня. Он что-то немножко в пространстве потерялся. Ой, сейчас, наверное, упадет. Нет? Пока живет. Блин, угла не хватило зацепить. Зря она в шкафчик нырнул, я бы мог подсейвить ее, она, видимо, меня не видела. Ты снимешь? Не-не, она со мной, понимаю, со мной. Да, я сейчас прибегу. Наверное, топорики закончились. Да, кажется, закончились топорики. Так, я за Лиен Чин бегу, но мне кажется, что она не знает, где ген. Я солью палетку Снимай. В коридоре, чтобы перетянуться. Потому что у меня топоры закончились. Не очень понимаю, где оставшийся генератор найти. Тут слышу за стенкой прям громко. Поглушим. Все, сейчас дадим ген. 5% Присягивание. Ворота под генератором, который дали, открывают. Я пойду попробую ко вторым. Я бегаю пока нормально. Кстати, зря я прыгнул, я спалился. Я же убежал от нее. Нормально там все? Нормально вроде. Ну, непонятно. Божечки. Блин! Как его найти тут? Отлично, отлично! Все? Беги, беги, да-да-да. Окей. Концовочка была хорошая. Вы сбежите? Я, да, я просто не понимаю. Все, Ли Юн Чин тоже тут. Поворот просто заслепил. Фу, хорошо было. А что у нее? Наед. У нее только наед получается, хищный зверь. Прям в конце. Она, видимо, не ожидала, что наед, и немножко не рассчитала, чтобы как упасть. Ну, вышло неплохо. Guess Heavens, Валка Авто Heaven. С вами канал The Alex Play и Коти. Так. Мы заводим с Шерил. Хотя нет Шерил, кажется, а ФК. Я... А вот он.
Все, не успела. А проснулась. Полутается. Там где-то вдалеке Коля. Видела. Не хватило, он промазал. Так, вроде отстал. Ой, вы тут. Вы уже тут. Угу. Окно заблочилось. Так, я пока кружусь от Коли. Не знаю, насколько хватит меня. О, двойной. Слеп. Волочок и перетягиваюсь. Нам Шерил бежит. Ой, что-то пингует Шерил. Я в мейне присела заводить, если что. Окей, хорошо. Вроде нормальный пинг. Сколько у тебя на мейне? Мало, еще только 1/4. Бегу к тебе, вроде не веду с собой хвост. Что, давай тогда дадим? Давай захилим, может, нет? Ну давай, ладно. Ну просто если он вдруг придет. Ну, да, тем более начинали уже. А вон кого-то схватил. Можно дать ген, спасти его. Тут важно дать ген очень. Просто вот. Если у него барбик, он может сюда прийти. Сейчас, наверное, сломает двери, прям думаю, нет? Или будет обходить. Или вообще не к нам. Может и не к нам. Все. Там что-то Дэвин. Дэвид тусуется. Он рядом. Он рядом с ней. Неужели не хочет отдавать? Мы как-нибудь в обход аккуратненько. У меня часы есть. Давай. Ой, промазал. Ой, промазал. Да Дэвид, блин. Подблочил меня чутка. Так. Шерил какая-то странная, пингованная Шерил. Ну, бывает, что ж поделать. Так, ман за Дэвидом, вокруг мейна бегают. Мы далеко, мы в лачуге. Хиляемся. Ну, 2 гена надо отдать. Пока один тут только повисел. Возле мейна, возле холма ген, я его начала заводить. Хорошо. Может, Дэвида спасу, не знаю, как получится. Спиной будет.
О, хорошо. Получилось. Yeah. Призрак опустить. Ты ведь поживет. Так он зашарил. Так, я рядом с тобой, видимо. Под бабну. До сих пор за Дэвидом. Последний остался. Угу. Может, еще раз получится. Но сейчас навряд ли он. Палетку разбивает, можно успеть, наверное. Нет, прикинь, что? Заметил. Он сразу поднимет. Там сложно было, я. Даже если бы я близко встал, я бы не смог, наверное, пробежать бы. О, не донес, прикинь. А что случилось? А Шерил, наверное, может... У нее аптека. Может, у нее крушитель есть, я не знаю, потому что она за ним побежала куда-то туда, и я, ну, я не видела, что произошло. Может, просто okay. Где-то там. Может быть, форсаж. Он миснул по ней или... Может форсаж? Быть, но она вот просто за ними прям бежала. Ну да, ну как-то быстро. Ну, либо она встала под крюк как-то. А тут Шерил раненая. Да, слушай, ну она как подставилась, получается. О, боже мой. Ну, посижу здесь, не знаю, как получится. Я в лачуге притягиваю его. А все. Но я отвлек его на себя. Я в углу карты чиню, которая. Не знаю, в общем, напротив холма, напротив моим. У меня заряды закончились. Ой, сейчас хит мне не даст. Там палетка в лачуге слита. Шерил подставляется. Капец. Он сейчас за ней? Он потерял меня. У меня заряды закончились, и я в конце его еще глуханул. Давай заводить нормально, не веселье. Вдруг наед. Мне лучше орешек пускай будет. Окей. Может, еще хуже получится. Будем открывать? Откроем, тогда подкидаешь. Я пойду за мейном открывать. За мейном? А я за лачугой. Окей. Ну, ман где-то возле мейна. Был. Уже не слышно террор. Он около лачуги. Я слышу. Нету наеда. Нету? Он только что по Дэвиду попал. Нет, тут Шерил подготавливается. Ну да, возможно. Золочок и все, можешь, кстати, перетягиваться, если хочешь. Мы тут все втроем. А, да, смысла, наверное, особо нету. Вот туда уйдете, я сюда. Открывай, открывай. Ну все, да, получается, все. Все окей? Да. Ну да, наеда отлично. Нет. Отлично. Неплохо вроде было. Ты сбегаешь, да? Да. Посмотрим, что у него было. Клаустрофобия. Безжалостный. Детище тьмы у него было. Это хорошо. И охотник на оленей.
Ну и в конце я решил вам просто оставить интересный момент. Играли, кстати, с подписчиком. Он был маном, играл за Рин Ямаоки. Я знаю, что она... Подожди, а может у нее этот смотритель? Нет? Или нет? А зачем рядом с воротом она меня повесила? Это очень странно. А тут легко... Блин, у нее на это... Друг. Непонятно, непонятно такая. Ну то спаси вообще элементарно вдвоем, если под хит. Так, я тебе тогда тоже открою. Блин, Стив! Нужна помощь! Она вот стрелка, что ли, тебе отключила? Сможешь под бой? Я не знаю. Я далековато, я просто, блин. Вот идеальный момент был спасти. Ну я далеко просто очень была, я же у других ворот. Это хорошо? Оп. Спасибо всем за просмотр, надеюсь вам понравилось. Спасибо за лайки, за комментарии. Также ссылочку на коти я оставлю под видео в описании, обязательно подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем спасибо и пока.